Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и это Черепашки-ниндзя-легенды. Ваши любимые черепандеры. В общем, будем в них играть, конечно же, буду играть в ваши составчики. Ну, а с вас, конечно же, лайкосик. Он нужен, он пригодится. Не ленись, на канал подпишись и лайк поставь. Что же, ребятушки, в общем, давайте начинать. И первый состав у нас будет... Ищу... Аника Шапакова. Давайте определимся с боем. И, допустим, пойдем куда? В сюжетик. Так, сюжет и... Допустим, ну, 4 глава. Давненько мы здесь не были. Пускай даже будет сложно на Рахзарчика. В общем, Аника Шапакова, твой составчик. Кожеголовый, Шини. Ну, Шини это Шинигами по-любому. Кролики, Лео Классический и Раф Космос. Вот так вот, Раф Космический, вот он. Дальше, кто у нас там был еще? О, Лео Классический. Он тоже здесь есть. Кожеголовый и кролики остались. Кролики, ролики. Так, Кожеголов есть. Вот он и Кролямбы. Все, погнали. Будем сейчас всех тут выносить, разносить. Кожеголовый скачет прям как кузнец какой-то, да? Смотри, опа, прискакал. Молодец, красавчик. Так, ну что, начинаем с Шинигами. Так. Шинигами ходит вверх ногами. Зачем? Неизвестно. Потому что умеет. Так, давайте. Вот так вот с первой волной расправились на изи. Бежим и дальше. Так, прибежали. Кто теперь атакует? Давайте посмотрим. Так, Кролямбы. Давайте кролбота сразу сделаем. Так, вот так вот собрались. И шемяк сразу массовую. Отлично. Так, ребятушки, последняя, третья волна. Тут у нас Антошка Зэк. Которого зовут Антошка Зек. И мы сделаем, наверное, бревнышко от Кожеголова. Удачно. Удачно и очень эпично, я бы сказал. Так, победа, 3 звезды. И мы, ребятушки, идем дальше. Забираем все вкусняшечки. Да, вот хорошо собрали. Так, следующий состав у нас будет, ребятки. Так, ищу. Джейсон Про. Шреддер и черепашки из фильма. Только давайте поменяем голову, там прям слишком все легко. Так, на Собакина пойдем. Джейсон? А, Шреддер. Думаю, что за Джейсон? Шреддер, какой Шреддер? Давайте возьмем Шреддера тогда самого обычного. Вот этого. И все черепашки из фильма. Сейчас будем их искать. Так. Лео есть. Донни есть. Рафчики есть. И Майки. Вот, все в сборе, команда в сборе, и побежали. Ночной лес, смотри, полнолуние, ау-у-у, страшно! Не бойтесь ничего, потому что с нами черепашья сила. Так, ну что же, Шреддер проводит свой мощный удар. Теперь пендаль от Майки, и давайте закончим это все массовой от Лео. Ух ты, сильные таракашки! Конечно, они мутанты. Не так-то просто их победить, но наши братишки-черепашки справятся. Должны, по крайней мере. Что это такое? Панцирь, что ли, у них очень крепкий, у них черепах. Ой, черепах-тараканов. Что-то вообще непонятно, глянь. Сильные какие-то. Так, бежим дальше. Это тут, по-моему, у нас крип должен быть, да? Или нет? Что-то я уже так точно не помню. Так, это у нас что? Усиление атаки? Да. Так, польем их фиолетовой какой-то фигней. Вот, хорошо. И теперь будем добивать их. Так, отлично, осталось 1 белконоид и 1 крысятина. Быстренько с ними расправляемся и бежим. Бежим на 3-ю волну. Вот, уже практически прибежали. Так. А, нет, тут крысиный король, ты понимаешь? Итак, ребятушки, давайте сначала справимся с грибочками. Они там прям тут вообще нам не нужны. Они могут лечить, и это прям лишнее будет. Это нам будет только мешать. Так, отлично, остался паукус и крысиный король. Так, паукуса мы шандарахнем мячиком. Ну давай, шамяк. Так, как-то слабовато. Очень слабо, но он, правда, сильный, потому что тут 70-й левел, а наши черепандеры все 80-го. И Шреддер, кстати, тоже 80-го. Так, смотри, все в паутине черепандеры. Все, кроме Донни. Как-то он увернулся от паутины, что ли? Юркий, Юркий малый. Так, хорошо.
Крысиный король. Крыс будешь натравливать? Ай-яй-яй-яй-яй. Посмотри, что творит этот парень, а. Все. Хана тебе, братишка. Шмяк, все, победили. Победили. 3 звезды. Берем вкусняшки и идем дальше. Следующий, ребятки, составочка у нас будет от Влад Фадеев. И он пишет: я твой новый подписчик, можешь сыграть, пожалуйста. Хорошо, что ты новый. Мой состав, все черепашки, мультик и слэш. Я недавно увидел твое видео и подписался. Только что смотрел. Так, и следующий, ребятки, состав у нас будет от Влад Фадеев. Прочитаю его сообщение. Я твой новый подписчик, пишет. Это отлично, ребятки. Кто новый подписчик, прям подписывайтесь и пишите комментарии. Можешь сыграть, пожалуйста, мой состав, все черепашки, мультик и слэш. Я недавно увидел твои видео и подписался. Отлично. И вот только что посмотрел твои видео. И можешь сыграть, пожалуйста, в следующей серии. Самой состав, пожалуйста. Ха, пожалуйста, Владик. Если выпал твой состав, то я, конечно же, его сыграю. Не только прям твой, а вообще чей-то. Потому что я как-то так рандомно, в общем, какой состав на глаза попадается, тот и играю. В общем, все черепашки, мультик и слэш. Хорошо. Так, Лео, мультик есть. Дальше, Раф, мультик есть. Кто у нас там следующий? Донни есть. Остался слэш и майки. Который ходит без майки. Наверное, потому что лето, жарко, да? И он ходит без майки. Так, вот майки. Слушай, а где же слэш? Где этот крутой такой чувачок? Получается, его пропустил. Слушай, он, по-моему, у нас платиновый. Я его просто-напросто не заметил. Вот же он, точно. Все, отлично, погнали. Погнали в бой. Так, кто у нас тут? Давайте сначала, наверное, разберемся с маусерами, а потом уже со всеми остальными. Потому что маусеры, если вы помните, они могут лечить. А это нам сейчас совершенно не нужно. Так, ну что, давайте вот такой вот ударчик от Лео. А ну-ка, братишка. О, молодец, смотри, всю волну вынес. Прям, ух, красава. Так, теперь слэшик. Вот, о, один остался. Ну, что такое, почему такой живучий-то? Так, ну и, ребятушки, продолжаем. Третья волна, тут уже будет немножко посложнее. Наверное, а может быть и нет. Смотри, опа, бомбочка полетела, но как-то слабенько взорвалась. Так, Лео, добивай саблезуба. Отлично. Так, теперь слэш делает бомбочку, смотри. Опа, мощный парень, отлично, хорошо. Рахзар, смотри, оскорбляет нас. Ух ты такой оскорбительный чувачок. Так, а ну-ка давай, огненный кулак, вот так вот. Апперкот ему сделали. Так, это что, защиту мы сделали? Давайте немножко потанцуем. Это нужно, это пригодится. Уклонение используем. Так, ну и теперь будем просто добивать этих чуваков. Так, булава полетела. Опача, хорошо. Остался тигр один. Одноглазый тигренок остался один. Бедолага. Хана тебе. Все, ребятушки, мы его прошли, победили. Следующий состав, ребятушки, будет у нас Аюр Дугаржапов. Аюр Дугаржапов. Приветик пишет. В черепашке ниндзя сделай Лео видение, Донни видение, Шреддера классический и Сплинтер. Пожалуйста. Пожалуйста, Аюр, будет сделано. Почему бы и нет? Пойдемте на Ксевера Монтеса. Так, и кто нам нужен? Лео видение. Так, там кто-то еще был. Сплинтер, да? Лео видение есть. Дальше Донни видение есть. Сплинтер. Сейчас найдем Сплинтера. И кто-то там еще был. Шреддер классический, очень пластический. Так, вот он. Все, погнали. 4 бойца. Но это не беда. Они прям очень-очень сильные. Так, что, давайте атаку балбесами. Или, вернее, каретинами. Ну, как-то так, короче. Так, опять один живой. Вот такое частенько бывает, что всю волну выносит, но кто-то один живой все-таки остается. Нам этого не нужно. Нам нужно побеждать прям сразу. Сразу и быстро. Так, а ну-ка, Сплин, ты справишься с ним? Ух ты, молодец. Хоть и не прокачанный до 100-го левела, но все равно прям красиво вынес его, да? Так, а ну-ка, стрела. Ой, да. Так я и думал, в принципе. Стрела, конечно, он хороший удар, но не прям такой очень сильно мощный. Так, ну и бойцовские пальцы. Ух ты, Сплинтер сегодня прям рулит, смотри. С одного прям ударчика всех выносит.
Красавчик. Так, это вертушечка от Шредди. И смотри, стрелы полетели. Много стрел с одного лука. Зашибись. Так, кувалдочка. Давай, давай, лети. Прям в тетоньку попали. И Джастина мы не добили. Почему? Нехорошо. Ох ты, Шреддер, молодец. Прям так размахнулся, замахнулся и, короче, вынес этого Джастина. Ребятушки, идем дальше. Елена Квасова. Твой состав будет следующий. Хан, Раф Мульт и Лео Космос. Ничего себе. Еще меньше бойцов. Уже всего лишь три. Давайте пойдем в какую главу? В какую, в какую? Давай опять в четвертую и... на стиранку пойдем. Так, еще раз. Кто там? Елена Квасова, Хан, Раф Мульт и Лео Космос. Слушай, Лео Космос, он должен быть где-то здесь. Так, 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 так. Лео Космос есть, Раф Мульт есть. И остался, ребятушки, Хан. Такой дядька в очках, вот он. Все, поехали. Вообще такая разная команда, да, все такие прям бойцы все разные. Но, тем не менее, они хорошие. Реально хорошие, смотри, вынесли волну. Бежим дальше. Ох, тут Макмен. Мусорный чувачок. Будем сейчас с ним разбираться. Сейчас мы с ним поговорим по-мужски, как говорится, да? Так, оставим его без его, так сказать, поддержки, группы поддержки. И Лео Космос, давай, молодец. Третий левел, ребятушки, третья волна, вернее. И тут у нас мутагеноид, собственной персоной. Зеленый такой, склизкий парнишка. Такое ощущение, что он, не знаю, чем-то болеет, действительно, да, такой прям... Странный он очень. Все, ребятушки, разобрались. Все хорошо. И бежим дальше. Дима Никитин. Твой состав будет следующий. Майки Видения, Донер Ролевой. Ой-ой-ой, сейчас я буду, чувствую, долго искать. Ну ладно, разберемся. Так, шестая... Не, давай пойдем. Куда? В седьмую, только в нормальном, несложном. И допустим вот сюда. Мне кажется, это будет очень даже хорошо. Так, Дима Никитин, в общем, Майки Видения. Окей, сейчас будет. Есть. Дальше, Донни Ролевой, Антошка Зек, Зек, вернее. Так, Донни Ролевой, не пропустить бы его. Был бы, конечно, вот Антошка есть. Слушай, Донни Ролевой, это... А это в колпаке, который... Вот он, кстати. Сплинтер и Раф классический. Так, берем спринтера сразу, а потом уже ищем Раф классического. Так, 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 спринтер есть и Раф классический. В красненькой повязочке, такой должен быть где-то быть. Вот же он, все, погнали. 62-й левел противники, конечно, ну такое. Придется немножко попотеть. Так, начинаем с Билконоида. Так, вынесли одного, это уже хорошо, это мне нравится. А осталось их всего лишь четверо. Почему-то они атакуют, я не понимаю, почему. Так, должен я атаковать. Так, это что? Это у нас массовая. Донера Львов давно никто не брал в бой. Но я, в принципе, помню его атаки. Так, таракашкины. А ну-ка, давайте, все, прощайте. Так, 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 так. Что такое? Что делать? Ну что, беличья сила. Кавабанга, парни. Давайте, белочка. Ух ты, смотри, хорошо. Вынесли прям сразу и лихо, и быстро. Так, пицца. Волшебник нам наколдовал пиццы. Пицца пригодится. Так, вот так вот. Сенсей, ты молодец. Ну что, парни, охладитесь. Обольем их водичкой. Пускай немного освежатся. Так, ну и как бы все. Победили. Три звезды. Все шикарно. Все просто отлично. Что же, ребятки, на этом будем прощаться. Если ваш состав не выпал в этом видео, не переживайте, продолжайте писать. Возможно, когда-нибудь и вам повезет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик.